Всем привет! Вы слушаете радиостанцию «Новости с Луны». И мы расскажем о грядущих изменениях на обновление 16 марта, а также о нововведениях, что появятся уже скоро. Для всех любителей гача-составляющей и халявы. За ошибки в описании в японской версии перевода всем пользователям, чей аккаунт создан до 23 марта, придет компенсация. 3 билета на извлечение. Прийти она должна на протяжении патча. А теперь переходим к новшествам обновления. 16 марта обещают две вещи. Улучшение зеркальных подземелий и боевые изменения. Последние мы затрагивали в предыдущем видео. Большую часть из них перенесли на патч 23 марта. Поэтому расскажем о тех, которые все же добавят. Их немного. Усиление урона за столкновение увеличится с 1% до 3% за каждый клэш. Оглушенные союзники больше не будут получать слот действий перед другими. Да, это все. Но и других изменений будет достаточно. Перейдем к ним. Теперь изменения зеркальных подземелий. Сейчас они за прохождение дают 7 опыта боевого пропуска. Ящики эго-сколков, 5 случайных или 3 с выбором, а также опыт личности. Такие награды только если есть еженедельный бонус наград, который сейчас составляет 5 в неделю. Без бонуса наград дается 3 опыта БП и никаких ящиков. С обновлением прохождение зеркалки с бонусом наград будет давать 250 безумия. За 2 недели бонусов получается в сумме валюты на 11 извлечений. Количество опыта пропуска увеличится до 20, а без бонуса до 7. Ящиков эго-сколков будут давать либо 8 случайных, либо 5 с выбором. Опыт личности сместится в другое подземелье. Такие награды можно будет забирать вместо 5 раз в неделю лишь 3. В сумме получается, что мы получаем больше, делая меньше. Добавят 2 новых подземелья. Люксовация опыта и люксовация нитей. Они делят схожий принцип действия. Это подземелье для получения исключительно билетов прокачки личностей и нитей, соответственно. Первый этап люксовации опыта открывается после 2.12, а нитей после 2.19. Остальные же по мере продвижения по сюжету. Для входа этапы требуют энкефалин, не модули. Последующие этапы имеют выше сложность, лучше награды и выше цену входа. Ежедневный бонус к награду у каждой люксовации составляет 3, влияет только на свою люксовацию, но общий для этапов подземелья. Да, у люксоваций бонус ежедневный. В связи с добавлением люксовации решили изменить и задания пропуска. Во-первых, за выполнение ежедневных и еженедельных заданий будут давать в 2 раза больше опыта. По 2 за ежедневки и по 4 за еженедельные. Поменяются и сами задания. Сначала дейлики. Войти в игру, пройти люксовацию опыта один раз, пройти люксовацию нитей один раз, выполнить любую миссию 2 раза, победить 10 врагов. Еженедельные не сильно отличаются-то от ежедневных. Вот список. Пройти люксовацию опыта 5 раз, пройти люксовацию нитей 5 раз, пройти любую миссию 10 раз, победить 100 врагов, войти в зеркальное подземелье 1 раз. Теперь боевой пропуск будет выполняться еще быстрее. А теперь о планах на будущее. Уже показали телестолб, эго цепного пса переулков, на Дон Кихот и Фауст. Ух, какие... зубки на ожерелье. А также тизер к, вероятнее всего, личности Кромер на Фауст. Эти личности и эго появятся в игре 23 марта.
В начале апреля планирую добавить магистраль отражений, ветка 1. Это контент поздней игры, для прохождения которого советуют иметь личности 30 уровня. Да, в ней вес будут иметь и уровни личностей, не только их связывание и пряжа эго. Магистраль состоит из 13 последовательных боев с обычными врагами и аномалиями, без событий и эго-даров, между которыми сохраняется ХП и СП грешников. Между боями иногда дают выбор – полечить грешников, либо дать им усиление. В отличие от зеркального подземелья, бои здесь не случайные и меняются лишь каждый месяц. Их сложность постепенно возрастает с продвижением, как и ценность наград. Если ты проиграл, то начинай сначала. Награды за каждый бой можно забрать лишь один раз в неделю. Первый за неделю вход на магистраль требует энкефалиновые модули, а потом можно бесплатно, все так же получая награды, которые вы не смогли забрать с первого раза. В целом, магистраль отражений планируют как контент высокой сложности, который будет бросать вызов игроку, чем-то напоминая Витую бездну из Genshin Impact. Как все получится в итоге, увидим. Ну а на этом все известные на данный момент планы. Следите за новостями, а мы желаем вам удачного дня или спокойной ночи. Мы встретимся вновь, как звезды.